На сегодняшний день с момента начала пандемии в Крыму зафиксировано 457 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки на полуострове подтвержден один новый случай COVID-19, выявленный при проведении противоэпидемиологических мероприятий. Заболевшего госпитализировали в инфекционный стационар. Лабораториями Республики Крым проведено 1196 исследований. За сутки выявлен один у нас положительный гражданин, который был ранее контактным по ранее зарегистрированному случаю в городе Симферополе. За больным было обеспечено медицинское наблюдение. При подтверждении лабораторно COVID-19 был госпитализирован в условиях ковидного госпиталя. За сутки с пунктов пропуска было помещено в обсерватор 42 человека, из аэропорта 26, итого 68 человек. Однако одна пациентка с подтвержденным коронавирусом, которая находилась в тяжелом состоянии, скончалась. Она пополнила печальную статистику. Всего за весь период пандемии умерло 15 человек от COVID-19. Выписано с выздоровлением с начала периода 338 человек, в том числе 14 человек за последние сутки. У нас умерла пациентка, которая находилась в реанимации Симферопольской городской больницы номер 7 с положительным прижизненным диагнозом новая коронавирусная инфекция, двухсторонняя полисегментарная пневмония, тяжелым течением, обострением хронических заболеваний. В середине июня возобновят работу тренажерные залы, кафе и рестораны, музеи, предприятия санаторно-курортной сферы. Однако до 1 июля они будут принимать только граждан, зарегистрированных в Крыму и Севастополе. С 15 июня отменяется обязательная обсервация для приезжих из других регионов страны. Яна Витрюк, служба новостей ИТВ.